Учитель, научи меня. А тут его вместо того, чтобы на тренировку вести, ведет в бар, накачивает его там бренди и чем-то еще, затеивает драку. Значит, вы сейчас отрубаете как бы голову. Выглядит слишком отвратно, кто ходит всякие вот такие вот по улице. Знаете, меня кто-нибудь В каждом человеке должна быть загадка. Ни во мне, ни в этой истории никакой загадки нет. Когда куница понимает, что она на самом деле не лисица... Мы пришли в Кремль, в Государственный центр современного искусства, чтобы без согласования провести лекцию о протестах, так как напрямую о политике здесь не говорят. Одним из решений проблемы нищеты и бедности было бы введение безусловного основного дохода. Квадрат. Очень важный пример – это Уильям Берроуз. Когда я его читаю в московском метро, вокруг меня почти люди на всякий случай рассаживаются в разные стороны, боясь, что я их зашибу этой книжкой. Если вы не выбирали существующее общественное устройство и действующую власть, и она не представляет вашу интересу, скорее наоборот, сделайте шаг назад. Полномочный тогда еще по правам человека, высказал, что права человека можно ограничивать, если речь идет о здоровье и нравственности. Одна из основных причин экологических проблем связана с гиперцентрализацией, да, с тем, что решения принимаются в центре, а людей на местах никто не спрашивает. Да. Вот, на мой взгляд, это делает марксизм чрезвычайно буржуазным учением, а в сущности, хотя Маркс сам любил все предметы буржуазности. У ректора какие ощущения? Если в первом случае, я еще чего-то понимал. Вот в этом и была. То здесь я просто стою. Здесь нужно в себе найти вот это ощущение колебания. Тело довольно такое плоское, вполне себе силовое. Плакат – это тоже драпировка моего социального тела. Чем, собственно, диалектическая логика отличается от недиалектической? И почему существует антидиалектика? Мне хорошо, я очень рад, что это нужно другим.